сделали машину для Ники Минаж, Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес. Просто вкусите это своими глазами. Это очень нестандартная тачка, и в первую очередь я хочу сделать акцент именно на цветовом спеке. Это нереально. Освещение здесь нереально. Начинаем с иллюминации. Свет контурный у нас, включается, выключается. Освещение здесь контурное, вставлено прямо в дефлекторы. Безусловно, если вы ездите с такой иллюминацией ночью, вам нужны плотники и шторки. А вот, собственно, и они. А что скрывается за ними? А теперь пробежимся по функционалу. Здесь есть интерком, то есть вы можете пообщаться с водителем, не открывая эту панель. Конечно же, есть телевизор. От телевизора есть пультик, в котором можно менять каналы, смотреть фильмы, сериалы и новости. Следующая очень функциональная вещь и особенно актуальная в наши времена – это мини-бар. И здесь есть специальные емкости для стаканов и для бутылок. А когда вы пополняете баланс, важно хранить большие деньги в укромном местечке. На этот случай здесь есть сейф. Смотрите, какой хороший, такой мягкий. Здесь есть ионизация воздуха. Мы ее включили только что, вы этого не заметили, но сейчас воздух поступает в машину исключительно чист. Ну, конечно, в таких аромах хочется сделать кофе-брейк. Для этого здесь есть столики. Очень удобно, что все органы управления выведены прям под руку. Соответственно, я никуда не тянусь и сразу нажимаю на нужные мне кнопки. Сейчас немного расслабимся. Я могу полностью выдвинуть атаманку, тем самым мои ноги лежат в самом удобном положении. Включим вентиляцию сидений и подогрев. И завершающие штрихи по функционалу – это зеркальце. Посмотреть, как вы выглядите с утра. Климат-контроль. Беспроводная зарядка. Более того, если вы настоящий любитель музыки, то здесь стоит лучшая акустическая система Бурмистра. Если вы знакомы с качеством отделки S-класса, то не усомнитесь в том, что эта машина на том же самом уровне. Та же самая итальянская кожа Napa, Alcantara. Все очень красиво, замша и так далее. Но по функционалу, хочу заметить, эта машина намного сильнее. С вами были BGT Airlines. Спасибо, что остаетесь с нами. Не забывайте пристегивать ремни.